Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире «Кузбасский ковчег». Меня зовут Юлия Ланская. 25 июня церковь почтила память святого преподобного Ануфрия Великого, а одноименный храм в поселке городского типа Яя, который сейчас восстанавливают после пожара, встретил свой престольный день. Божественную литургию совершил глава Мариинской епархии епископ Иннокентий в сослужении духовенства Анжира Суджинского благочения. Святый Бессмертный. Богослужение совершалось на площади перед вновь строящимся храмом. 14 февраля 22 года старая церковь сгорела накануне Сретения Господня. Но уже весной началось строительство каменного храма, и работы близятся к завершению. Немного истории. Появление церкви с довольно редким посвящением в этом поселке связано с явлением образа святого Ануфрия примерно в 1850 году близ села Жарковского, ныне Яя. Когда случилась эпидемия скарлатины, от которой погибало много детей, священники стали обходить окрестности с иконой преподобного Ануфрия и совершать перед ним молебны. Заболеваемость пошла на спад и вскоре прекратилась. Жители села построили храм в память святого и совершали крестный ход из Жарковского в близлежащую Суджинку до Покровской церкви. В 20-й год 20 века многие храмы, в том числе и в Яе, были разрушены, и икона с образом преподобного Ануфрия утеряна. Проповедь на богослужении в престольный день произнес настоятель храма святого пророка Илии города Тайги, священник Дмитрий Чайников. Он напомнил прихожанам и паломникам, прибывшим на праздник, житие святого Ануфрия. Его житие известно мало. 60 с лишним лет он посвятил этому подвигу, служению Богу. Господь сказал нам, что по делам вашим узнаю вас. И вот дела преподобного Ануфрия были велики пред Богом. Не случайно Святая Церковь дала название ему «Великий». В конце своего жизненного пути один из монашущих по имени Пафнутий решил найти этого человека. Столкнувшись с ним в пещере, у которой был источник воды, пальма финиковая, которая кормила его, давала ему пищу, он разговорился с ним, и тот рассказал ему свой жизненный путь, который заключался лишь в служении Богу. Чудным образом приносили ему ангелы по воскресным дням святое причастие. И он имел возможность в месте, где нету даже храмов, где нету возможности совершать божественную литургию, причащаться святых христовых таинств. Пафнутий был восхищен подвигом этого человека. Жизненный путь этого великого угодника Божия был закончен у него на глазах. Преподобный Пафнутий похоронил преподобного Ануфрия. Он рассказал всем о его житии. Одна из заповедей, которую нам дал Господь: не заботьтесь, что есть, что пить, во что одеваться. В первую очередь ищите Царство Небесное. Так вот, преподобный Ануфрий выполнял эту заповедь, если можно так сказать, на все 100. Он не имел одежды, он не имел пропитания, которое могло бы дать ему хорошую жизнь. Он довольствовался всем тем, что посылал ему Господь. Вот заповедь Божья. Не заботьтесь, я так вам все дам. По окончании богослужения правящий архиерей епископ Мариинский Юргинский Иннокентий обратился с пастырским словом к собравшимся, а после священники вместе с прихожанами совершили крестный ход. Икона преподобного Ануфрия Великого, которую несли во главе шествия, была написана ярославскими иконописцами специально к празднику. Крестоходцы прошли по улицам Яи и доехали на автобусе до соседнего поселка Суджинска. Там у поклонного креста на месте разрушенного храма совершили молебен. «Превеликий пустынножителю, преподобнего отча Ануфрия, похваляем твоя неизреченное чудотворение и житие пресветлое, еже еси проводил от юности твоя, даже и до старости. Никто же бы из чести возможно терпение подвигов твоих причестнее. Удивися, преподобный Пафнутий, твоему жестокому, еже в пустыне житию.
Купи же и зело, возрадовайся, обретя единого таликих подвигов и совершенства сущего образ. И ныне молю тебя, причудный гражданине небесный, святых ликов ангельских совсельниче, услыши нас грешных и недостойных рабов твоих частей, и прими сие малое моление, великий заступниче, скорый помощниче, притекающим к тебе усердно». По возвращению в поселок Яя праздник завершился общей трапезой. В начале июня Кемеровскую епархию посетил доктор философских наук, доцент МГИМО МИД России, директор Русской экспертной школы, помощник ректора Российского православного университета апостола Иоанна Богослова Василий Александрович Щипков. Сегодня мы начинаем цикл программ, в которых представим вам лекцию, прочитанную для священников епархии, а также интервью. С Василием Александровичем побеседовал руководитель информационно-просветительского отдела диакон Вячеслав Ланский. Здравствуйте, дорогие друзья! К нам в Кузбасс с циклом лекций прибыл Василий Александрович Щипков, доцент Московского государственного института международных отношений, директор Русской экспертной школы, помощник ректора Российского православного университета. Здравствуйте, Василий Александрович. Добрый день, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какова основная цель вашего визита сегодня в Кузбасс? Ну, несколько задач стоит. Ну, главное, конечно, это выступить, прочитать лекцию, посвященную международным процессам и тому, как они связаны с религиозной ситуацией. У нас страна многоконфессиональная, это действительно так. Особая роль, все это признают, принадлежит именно православной церкви. Как все знают, как вы знаете, православие – это мировая религия. И православие не только в России существует, в других странах, в том числе на другие страны распространяется каноническая территория Русской Православной Церкви. Вот. Американцами это воспринимается как определенное влияние России. Вот. Для них чисто религиозные вопросы, такие вопросы, как спасение души, ну, как бы стоит на втором месте, да, для политиков, они это рассматривают как такое цивилизационное влияние. И поэтому последние 20 лет прилагают усилия для того, чтобы вот эту единую каноническую территорию Русской Православной Церкви как-то ослабить, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы ослабить вообще в целом мировое православие, как такое напоминание о том, что западнохристианская культура не имеет монополии на христианство. Есть и восточное христианство, есть православие, которое, в общем-то, по сравнению даже с западным христианством, ну, намного меньше что-то меняло по сравнению с раннехристианским временем, с апостольским временем. Поэтому тут идет такое противостояние духовное, цивилизационное, ну и чисто политическое, да, оторвать кусочки или куски исконной русской православной территории, собственно, от русской церкви. Сложный, наверное, момент, который, ну, достаточно серьезная тема, и поэтому придется начинать сразу со сложных вопросов, которые волнуют и заставляют думать. Вы сказали о том, что западное и восточное христианство кардинальным образом отличается. Справедливо ли будет сказать, что западное христианство ориентировано на некие внешние маркеры человеческой, оценки человеческой личности, а восточное христианство, оно менее понятно просто западному человеку, потому что ты можешь делать доброе дело, но делать его с неправильным настроением сердца, и при этом ты делаешь доброе дело в осуждении себе, и получается, что ты делаешь злое дело. Да, вопрос сложный и интересный, поскольку он касается именно вероучения и богословия. Вот есть такое мнение, позиция, что православная, да, что некорректно называть там православие с одной стороны и католичество, и протестантизм с другой ветвями, потому что ветвы предполагают, что это равновеликое, равноценное. Ну вот есть такая форма, есть другая форма, и обе из них верны, выбирая ту, которая нравится. Все-таки мы, представители православной культуры, считаем, опираясь на святых отцов и на подвижников, что, в общем-то, православие есть та истина, не искаженное христианство, вот, а другие христианские конфессии, они в той или иной степени что-то искажают. Там действительно есть
зерна истины, но есть и искажения. Вот вы спросили про различия. Если эти различия кратко, можно их как бы образно сказать. В чем же различие? Потому что если бы не было различия, не было бы между нашими культурами некого противостояния. Все-таки оно есть. Значит, и иногда глубокое. Это значит, что все-таки и различия глубокие. Как знаете, в какой-то схеме математической, да, можно сделать какую-то маленькую поправку, и схема начинает работать по-другому. А внешне она очень похожа на первоисточник. Вот здесь точно так же. Даже очень маленькие отступления, искажения богословские, они вот кардинально могут поменять картину. Мне нравится такое сравнение, что объяснение, точнее, чем православное христианство отличается от католического и от протестантизма. Напомню, что протестанты – это католики, которые немножко реформировали католичество. Это тоже как бы развитие католичества в каком-то смысле. Православная культура, обращаясь к Богу, как бы стремится именно обращение к Богу как к личности, как к одному из трех лиц Бога. Поэтому для православия очень важна вот эта личностность Бога. У человека личность, Бог – это тоже три лица, и вот, обращаясь к лицу Бога, происходит вот это соединение. А западное христианство, я повторю, это одно из возможных мнений, трактовок, а западное христианство стремится обращаться не к личности, а к сущности. Да? Есть у Бога сущности, есть лица. И вот, обращаясь к сущности, может быть, даже немножко забывают про Бога как личность. Есть такое мнение, что отсюда, например, возникает готическая архитектура, устремленная ввысь, когда ты заходишь там, в католический храм, и вот эта сама архитектура, которая поднимается вот в такие темные выси, когда ты смотришь в этот темный космос, и ты представляешь, Бог где-то там. Вот, и ты пытаешься его как-то ощутить, ну, католик, именно западный христианин, что где-то как-то его почувствовать, и он где-то далеко-далеко. Возможно, это сподвигло вообще западную культуру стремиться к географическим открытиям, где-то искать правду, где нас нет, да, хорошо там, где нас нет. Ну, когда-то стремится постоянно западная культура расширяться. Вот, увлечение космосом тоже там на Западе в первую очередь началось, потом только уже в России. Где-то там есть истина. Кстати, современные фильмы про космос в западной культуре, они обладают религиозным подтекстом. Религиозным подтекстом, да. Вот это такое искреннее желание найти жизнь на другой планете – это абсолютная черта западной культуры. Потому что как бы для западного человека это многое объяснит, да, что вот где-то есть жизнь, значит, где-то там есть правда, правда надо куда-то искать. Восточная культура, она по-другому, да, и храмы по-другому строятся. Как бы небо мы не наверх куда-то устремляемся, а наоборот небо на землю не сходит, да. И мы Бога ищем не где-то, там, где мы его не видим, пытаемся ощутить, а вот он очень личностен, и он очень близок. И это такой очень личный контакт, очень теплый личный. От этого и зависит культура, и культура по-другому выстраивается. Мы не стремимся нестись куда-то, не понимая куда. Вот, как-то вот у нас все поближе-поближе. Вот это один из возможных способов объяснения. Конечно, богословы, специалисты могут и многие другие тонкости сказать различных культур. Но во многом это объясняет различность психологии. Но при этом есть еще один очень важный момент как раз-таки и в религиозном отношении, и в психологическом. Это то, что для западного человека факт совершения добрых дел, он, в принципе, достаточен для того, чтобы считать себя хорошим человеком, может быть, даже спасенным человеком, что прекрасно проявляется в протестантской среде, в частности. А русский человек, православный человек, может делать добрые дела, но при этом, по примеру преподобного Сысоя Великого, который на смертном одре умирал, вокруг собралась братья монашеская, и они считали Сысоя великим подвижником. И он им отвечал: «Да я даже не знаю, положил ли я начало покаяния в своих грехах». И справедливо ли будет сказать, что вот этот восточный подход, он абсолютно непонятен для западного мира, и поэтому то, что не понимаешь, ты опасаешься этого, боишься и даже начинаешь бороться. Вот опасаешься, я тоже хотел добавить, правильно сказали, он пугает западного человека, пугает тем, что ты на самом деле не можешь все, не контролируешь все. Да. А когда
мы говорим о, например, спасении только хорошими делами, мы подразумеваем, что вот эта божественная инстанция является математической формулой. Если ты делаешь что-то, что соответствует этой формуле, значит, идет в плюс. Если не соответствует, минус. То есть это ведет к тому, что Бог, Создатель, Господь превращается в некий алгоритм. И вот тут тоже, что значит алгоритм? Алгоритм – это там, где нет личности. Вот. И если, как бы вот, знаете, как чат-GPT, да, как некая система, если оно подходит, оно срабатывает, не подходит – не срабатывает. И ты таким образом отстраняешь это, ты успокаиваешься и делаешь формально. Формально, да. По формуле. А вот именно православие говорит о том, что как бы ты формально все ни делал, все равно это личность. А личность скажет тебе, что это так, а вот, например, мне это не нравится. То есть это нужно, как с человеком иногда тяжело общаться, потому что ты формально все сделал, а его обидел. И ты, или наоборот, там невзначай там что-то еще сделал. И ты должен искать подход к этой личности, ты должен постоянно поддерживать эту связь. Потому что если между людьми эта связь межличностная нарушается, это уже не контакт. Вот. А это требует постоянных как бы усилий, постоянного напряжения. Метаноя, покаяние, да, по-русски, но в греческом языке это более широкое значение слова имеет, как такое внутреннее преображение, внутреннее изменение полностью. Она ведь возможна только при неформальном подходе. А если ты классный, потому что ты перевел бабушку через дорогу, принес престарелым родителям еды, и, в принципе, ты уже достоин того, чтобы у тебя все было хорошо. Ну да, да. И метаноя, как изменение ума, предполагает именно участие двух. Да? Не может быть метаноя без Бога. В этом есть элемент магизма. Я не хочу сказать, что западные люди какие-то маги чем-то занимаются, но есть элемент магизма. Что такое магия? Это то же самое, что такая точная наука, когда мы, предпринимая определенные действия, получаем определенный результат. Ожидаемый. Во всех ситуациях одинаковый. Вот. И таким образом мы успокаиваемся, и в этот момент, по сути, перестает работать, работа души останавливается, потому что мы успокаиваемся, все, и дальше мы нажимаем эти кнопки и получаем нужные результаты. То есть мы уже даже немножко людьми перестаем быть. Вот. А вот этот восточный подход, все говорят, вот эта непонятная, загадочная русская душа, вот эта непонятная культура, может быть, такое немножко не совсем строгое отношение к каким-то формальным вещам. Иногда из-за этого русских людей обвиняют в каком-то правовом нигилизме. Это отнюдь не потому, что наши люди не любят порядок и так далее. Просто по-другому устроена жизнь. Если русского человека, в широком смысле русского человека, человека русской культуры, формализовать вот в эти западные рамки, и, кстати, все, кто туда переезжает, говорят, что страдают из-за этого, очень тяжело жить, тяжело дышать даже, потому что жизнь становится как бы обрезанная, неполноценная, нас очень заужает. Поэтому очень часто люди как-то, ну, особенно раньше, смотрели на Запад, говорили, там есть свобода, там есть возможности, там можно свободно там что-то делать, что-то предпринимать. И действительно много возможностей, особенно раньше было там для предприимчивых людей. Все равно через какое-то время возникает ощущение какой-то зажатости и несвободы, потому что те рамки западной культуры отрубают, да, или не принимают, не могут учитывать то, что для нас является прямо жизненно-сущностным. Вот, может быть, и поэтому возникло, ну, по сути, две разные цивилизации, между которыми, ну, достаточно сильные противоречия. Это не значит, что когда-нибудь мы не сможем вместе дружить и взаимодействовать. И, в общем-то, на самом деле, восточная цивилизация всегда к Западу была как бы обращена с распростертыми объятиями, говорит, мы братья. А западные нас боятся, потому что у нас есть что-то, что напоминает им, что они не имеют абсолютную монополию на и христианские ценности, и на культуру. И вообще мы помогаем им здраво на себя смотреть, а им не всегда это нравится. Продолжение интервью с доктором философских наук Василием Щипковым смотрите в следующем выпуске программы. А на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго!